Чем мне нравится елка желаний? Когда на этой елке есть такие шары, где есть необычные желания. К примеру, вот в этом году я уже вытянула, мальчик хочет попробовать себя в роли сотрудника ДПС. И мы уже связались с ГИБДД и обязательно осуществим эту мечту. Также есть мальчик, который хочет попробовать себя шеф-кондитером. В прошлом году мы помогли детишкам с инвалидностью посетить самолет и прокатиться на поезде в кабине капитана, так скажем. Вы знаете, вот эти, мне кажется, самые запоминающиеся желания. И действительно, правильно коллеги говорили в ваших сюжетах, сегодня ребятишки хотят именно каких-то простых таких подарков. Детские какую-то такие. Куклу. И вот то, что касается наших ребят из Краснодона, из Запорожья, из Херсона, ЛДНР, тоже на сайте можно посмотреть.